Да, провели две игры. Мы сознательно пошли на то, что играть двумя составами и все 90 минут. Задача была получить нагрузку соответствующую, да, выйти на тот объем уже, где ребята получат полноценную. Так мы и планировали. Нет смысла было после игры в Сочи по тайму играть, наверное, по 70 минут, потому что кто-то по-любому сыграл бы меньше. И здесь уже, как говорится, мы, может быть, и рисковали, но я благодарен ребятам, что они физически, опять же, что касается по первой игре, наоборот, мы добавили агрессии и, наверное, были, и хоть и соперник произвел много замен, и, так скажу, свежее, да, и быстрее. Что касается второй игры, тут мы, конечно, и я только что ребятам высказал свое недовольство, потому что, опять же, чувствовалась какая-то ситуация, которая, наверное, нам не должна и у нас присутствовать, когда люди не дорабатывают. Здесь мы поговорили сейчас по-мужски, я думаю, больше этого не повторится, но так нельзя было развалиться после забитого мяча и так далее. Понятно, что соперник оборонялся всей командой и так далее, но это недопустимо, недопустимо, и мы будем с этим жестко работать, чтобы этого впредь не повторялось. Так скажем, задачу выполнили, получили игровую нагрузку, так, хорошую, объемную. Первая игра 90 минут, я это считаю под хорошими нагрузками. Ну, что сказать, больше нечего. Дальше будем смотреть. Есть, конечно, и оно должно быть, и много работы еще. Но уже какие-то моменты, кусочки есть, и мы за них будем цепляться.